Добрый день, уважаемые дамы, господа, подписчики, гости нашего канала. Сегодня представляем вашему вниманию лучший коммунальный мульчирователь или цеповую косилку торговой марки Dobermet, специально разработанную для коммунальных служб. Косилка имеет возможность обработки территории под любым углом, со скосом вниз, со скосом вверх, может отрабатывать живые изгороди, работая не в горизонтальном, а в вертикальном положении, может идти параллельно курсу трактора, может идти следом за трактором. Каким образом она устроена и благодаря чему она может выполнять все эти функции? В первую очередь хотим обратить внимание на усиленный и удлиненный кронштейн, который приводит в движение гидравлика, рукава высокого давления с быстросъемными муфтами находятся на такой вот доске. Далее идет подача на гидроцилиндры, которые регулируют положение газонокосилки или мульчера, или просто цеповой косилки по отношению к трактору. Далее вторая цепь рукава высокого давления регулирует у нас угол атаки по углу местности. Дополнительно есть регулировки на навеску, держатель карданного вала, подставки для кронштейна для упрощения подключения к трактору. Как всегда, мощный редуктор с обгонными муфтами, 4 мощных ремня, обслуживаемый подшипниковый узел. С этой стороны он закрыт, но с обратной стороны сейчас мы обойдем, все продемонстрируем. Регулируемый по углу атаки или по высоте прикатывающий предохранительный каток, дополнительный защитный брызговик. Данный мульчирователь оснащен молотками весом 1 кг 260 грамм. Это один из самых мощных молотков, которые устанавливаются на мульчерах данного типа. С этой стороны мы видим салазки опорные, обслуживаемый подшипниковый узел, ну и вторая сторона с регулировкой прикатывающего валика.